это же как бы, знаешь, страх, и прям вообще не хочется идти на эти такие, вообще не хочется. Народу вообще очень мало, очереди на горок нет, приезжайте все в Рамаяму. Я уже сфоткала. В аквапарке живут два слона. Можно трогать, кормить. Но кататься на них еще нельзя. Там еще кем-то слонятиной пахнет. Или это бамбук продают, кидать в них, чтобы они развернулись. Давай, мы пришли поить тебя. Это что? Это джус. Это апельсиновый чай какой-то. А ты сколько, все отдала? Да, а ты больше? А, вкусно, кстати. Присаживайтесь. Компотик. Это компот. Не хватит вам попить-то. Черпак налила, кажется, не идем на речку, Николь, тут круг сейчас потащит. Гриб. На речку спуск тоже с горочки с небольшой. Да они как носят. Хорошо. Ой, прокатили сейчас розовой. И вот этой зеленой, где большие трубки. На какой лучше-то, на зеленой, да? На одного человека нас уже меньше. Вообще не страшно, да? Вообще, не считая маленьких кукишей. Только красная там в конце самая нормальная. Только мужчина, я думаю. Красная в конце, да, чуть-чуть скрипальная, конечно. Ну, совсем немножко. Слава богу, только папа. Ну, на мертвой петле мы точно не будем. Стремались. А, тут резкий урок сделала? А? Урок сделала?
все вернули. Где ржачный, да? Берите двойной вон круг. Где? На двойные возьмем. Сейчас. Вон двойные, вон двойной. Бери двойной. Что, мы в реке теперь, да? Да, мы теперь в реке. Ну, садись на двойной. Давай. Я в двойной беру. Давай, бери двойной. Ах, мы двойной. Папа, я хотела с тобой. Доплывите за нами. Мы за ними поплывем. Слоны пасутся, каменные слоны. По левому борту тропические джунгли. И бьет, а как ты ножки сложишь? Гейзер бьет. Водопад! Нас встречает огромный водопад! Жилище местных аборигенов проплывает! Спасатель утонул! Спасатель спасся! Спасся, спасатель! По-моему, течение усиливается! Решили чуть-чуть передохнуть. Ой, да что мне этот чехол тут не дает. Хорошо снимает. А, капелька тут воды. Здесь вот чехлы продают. Водонепроницаемые. Можно купить сразу сумку водонепроницаемую. Давайте погуляем в тенечке чуть-чуть. Это что-то было. О, это альбом. Надо нам, кстати, альбом сделать, поделку. Ой, смотри, Дима, как я люблю эти штучки. Деревянные, красивые. 56-я коробка. Какие там откупаются? Папа, смотри. За два косаря. 999. Ну, два косаря рублей. Да не переводите мне, пожалуйста, вот это вот. Папа, смотри. Папа. Надо деду Сережу попросить, у него, наверное, на даче много таких досок. Кукушерик. Прикольная утка. Представьте, что это он поет. Классные гуси. Гуси. Пойдем посмотрим там еще.
Ну, это вот чехлы, вот, которые я первоначально купила. А чувак здесь ходит. Да, вот эти вот протекают, вот такие не покупайте. Ну, папа, не факт, что такие не протекают. Протекают. Маечка. Чувак ходил с таким. Ну, ненадолго он у него. Кто там летает? Ну-ка, я подальше. Прямо у лица мама она улетела. Вот она. Летает кто-то там, Дима. Лови его шляпой. Жесть какая большая, да? Это кто? Это мой люх. Его, по-моему, две сразу, он за тобой летит. Давайте его, короче, накроем полотенцем, там протопчем его нормально. Ой, какая сумочка. Николай, иди сюда. Вот сколько она стоит? 199. Я, наверное, куплю вот такую сумочку. Мама, смотри. Так, красивый. Что еще, подожди. Ой, вот это боксы. Робот. Такие. Ой, Микки Маус. Ой, какая классная. Ты что здесь не делать? Просто такая. Да? А, копилка. А, копилочка? Привет, я копилка. Там, мам, еще смотри, какие омарские. Это картина. Саша, а вот здесь, наверное, водичку лить. Как раз она будет купить. Я вот очень хочу такую какую-нибудь штуку себе на парту или куда-нибудь, чтобы... Ну, я не знаю. Да. Думаешь, здесь будет... Мне кажется, с водичкой может, да может и без. Что такое диванчик для кукол, мам? Машина. Да нет, мы, наверное, купим-то или в России. Диванчик для кукол, у меня нет никаких. А это такой жесткий диванчик для кукол. Это еще. Это копилка. Это, наверное, тоже Николь копилка, кстати. Это все копилки. Ну что, пошлите дальше? Подождите, я еще не все посмотрела. Мыло различное, мы гостим, у нас манго. Смотри, какие здесь есть чудаки. Это красивый. А этот, кстати, мы видели, это который стоит с маской. Эти классные, они необычные. Такие прикольные. Девочка-пират! Девочка-пират. О, зонтики вон. Смотри, о, махнутушка. Мама. Ну, манки. Боже. Ну, какой. Ну, прикольные вот такие. Мне вот нравится вот эта девочка. Вот ниндзя. Да, я знаю, это воровка. Смотри, еще одна. А, воришка? Да, воришка. А тебе какая, говоришь, нравится? Вот эта, которая тут только что. А здесь, смотри, ёж. Это махнашка. Она какой. Ой, смотри, какой. Какая-то оса. Ну, давай возьмем что-нибудь. Может, вот такого взять? Да, это нет. Классный такой. Классный, это вон тот орел. Там на рынок надо сходить и купить. Да на рынке я не видела.